Это новые все работы, и раньше мне не были показаны. Я бы пожелала, чтобы все эти работы были в музеях. Представляете? И будут они рады. Все картины были в музеях. Давай посоветуем. А что ты посоветуешь, дедушка? Ну, а мне хочется просто действительно пожелать. Таких хороших не возникло. Вам замечательный. Благодаря вам просвещаются наше молодое поколение. Благодаря вам оно воспитывается не просто на рассказы, кому что понравилось, кому что не понравилось, а просто на вот этом, на этих прекрасных полотнах. Практически вся наша жизнь, вся наша история, все наши мысли, то, что внутренне можно только передать, и невозможно увидеть просто так внешнего человека. Ваш вот этот вот внутренний посыл, он читается всеми, и не только взрослыми, но и самое главное молодым поколением. И поэтому я желаю вам больше всего на свете. А так, то, что желает Дед Мороз, оно сбывается, это закон природы просто-напросто. Ну, вот, я желаю вам больше всего на свете новых творческих идей и возможностей их воплощения. А публика благодарная всегда для вас найдется. И всегда, может быть, не сразу она отметит чьи-то работы, но потом впоследствии все больше и больше будут они привлекать и привлекать все больше и больше внимания. Так что с наступающим Новым годом, рождественскими праздниками и другими праздниками, и желаю вам, чтобы сбывались все ваши творческие мечты, желания и возможности их воплощения. А вот кто прячется? Нет. А по ширине еще не было. Давай мы, дедушка, подарим сегодняшний плакат с участниками этой выставки, да? И потом, может быть, они распишутся здесь и будет память такая. Потом они будут вспоминать об этом дне. Но самому главному гномику. Да, спасибо этому гномику, да? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, да. Давайте мы сейчас еще и сфотографируемся.